Should I play first expert build? And just macro game. Ну что же, пора на русском покомментировать, наверное. Немножко это. Я уже устал себе ломать язык. Тем более уставший. Вот как бы находим изерга здесь первая позиция. Это очень хорошо для нас. Тем более у нас пилон в проходе. Мы, конечно же, будем развиваться через форш. И если наш противник поставит вначале дополнительную базу, а потом уже не, он так не играет. Но ничего страшного, как бы тут у нас все нормально. По таймингу вот я в принципе думаю, что по таймингу мы должны успеть построить в начале командный Nexus, а потом уже Forge. Да, такой у нас тут блок своеобразный получился. И можно тут построить еще барак. Заказано 4 зеллинга. Может даже 6. И зерк находит нас. Да, и конечно же бегут сюда сразу же собаки. Не, уже никто не бежит. Передумал зерк. Упс. Здесь такая вот атака со стороны зерга неожиданная была с рабочими, что я тут аж испугался, когда видел рабочих. Что они тут у нас делают? Да, экспандик тут пошел от зерга и... Нужно тут, конечно, вторую фотоночку поставить. Потому что скорость есть у зерга. Если нету, то скоро уже появится. Зерг даже может прибежать тут на базу спокойно. Да, пытается он тут что-то. Он там бегает у нас по базе. Так, надо сталкера одного срочно заказать. Посмотреть, что мы тут можем что-то нарезать. Да, мы тоже тут можем нарезать немножко рабочих зергу. Чем нужно незамедлительно воспользоваться. Ну и после чего готовим такой вот массированный пуш. У зерга нету лейера, и также у него нету
прочь рассадника тарканов. Поэтому можем спокойно сейчас организовать ему массированную атаку и что я сейчас и собираюсь сделать. Зерк увидел мои планы. Но это как бы ничего не меняет для нас. Но свою тактику менять уже как бы не собираемся, как говорится, коней на переправе не меняют. И сейчас просто-напросто ждем плюс один и идем в атаку. Много денег собирается, надо потратить срочно. У меня собаками здесь одними не отбиться от моей армии. Тут одна фотонка, но уничтожена, но как бы на мне совершенно не решает. Я даже не буду использовать здесь форсфилды. Так, тихо. Просто чуть побольше зилотов. Ну тут как бы одними собаками нереально отбиться. Я сейчас просто буду варпать одних зилотов. Зилоты с собаками еще плюс один очень быстро разбираются. Скачали. Конечно, много, все равно много ресурсов собирается. Поставь уже пилон здесь. Мне кажется, что зерга или золото. Да, золото есть у него. И один-один уже собаки. Да, вот.